Сразу и не поверишь, что у этой крохотной жизнерадостной малышки тяжелое гормональное заболевание. Практически сразу после рождения тхуарчалские врачи поставили Доминике диагноз – дисфункция надпочечников. Через некоторое время родители обратились за помощью в фонд «Доброе дело». Вскоре ребенку была успешно проведена операция в Московском эндокринологическом научном центре. Нам в больнице сказали, что у нее врожденная дисфункция коры надпочечника. Надо срочно вывозить ребенка за пределы республики. Так как у нас в тот момент не было никаких возможностей, мы обратились в фонду «Доброе дело» с тем, что они откликнулись на нашей просьбе. Они приехали к нам, помогли нам выехать. Была сделана операция, прооперирована, все обошлось удачно. Все хорошо. От всей души, от всей семьи, от всех моих родных и близких огромная благодарность фонду «Доброго дела». Огромное спасибо всем жителям Абхазии. «Доброе дело» работает в Абхазии уже больше года. Основал его Энри Кортава после того, как потерял родную дочь, чье сердце так и не дождалось помощи. Ощутив на себе всю боль утраты, он решил по мере своих сил помогать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Были знакомые, друзья появились в центре Бакуева. Я очень многим помогал, возил детей. Ну, кто обращался, с ними летал в Москву, влаживал, делали операции. И как-то раз, один день, я здесь парень подошел в городской больнице, плохо, говорит, себя чувствую, нету возможности уехать. Но тогда я решил открыть, ну, создать этот фонд. Фонд сотрудничает с Московским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, а с недавнего времени – эндокринологическим научным центром Москвы. Благодаря помощи неравнодушных людей за такое короткое время фонд отправил на операции 7 своих подопечных, среди которых как дети, так и взрослые. Мы обращаемся письмами в организации, разные организации. Есть кто откликивается, очень многие. Я сейчас перечислять не могу каждого, но многие откликаются, присылают деньги. Там, можно сказать, существуем за счет СМС, вот рассылками. И я вот вижу, какие поступления бывают, и очень благодарен всему населению, кто это делает неоднократно. Это, знаете, бывало у нас в течение 10 дней 2 ребенка было. И все откликнулись, все было хорошо, мы собрались, сбор был собран. Помочь фонду и внести в благое дело свою лепту может любой желающий, проживающий как в Абхазии, так и за ее пределами. Для этого нужно просто отправить СМС со словом «помощь» на короткий номер 5511. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Эсма Гуланца, Инала Гухава, Абхазское телевидение.